Перспектива вступления Украины в НАТО до сих пор остается на повестке дня. Об этом заявил замгенсек Альянса по вопросам публичной дипломатии Таджан Илдем. Он подчеркнул, НАТО важно исключить возможность ветировать вступление Украины в Альянс со стороны любой другой страны, в том числе России. Илдем также напомнил, что решение Бухарестского саммита 2008 года о присоединении страны к Альянсу действует до сих пор, и есть два главных условия для его выполнения. Это окончательное желание Киева присоединиться и принятие соответствующего решения самим блоком. Стабильная, суверенная и независимая Украина имеет ключевое значение для евроатлантической безопасности. Поэтому страны НАТО тверды в поддержке Украины и никогда не признают незаконной аннексии Крыма.